От участников конкурса «Мой ребенок самый лучший» требовалось написать мини-сочинение на заданную тему и приложить фото своего малыша. Наверное, задание для них было не таким уж и сложным, потому что каждая мама считает своего ребенка самым замечательным. О любимых чадах родители могут говорить бесконечно, называя их самыми ласковыми именами и подыскивая для них самые нежные выражения. Ну, моя дочка тоже для меня она самая лучшая. Мы ломаем игрушки, сдираем обои. В общем-то, такие непоседы. И решили поучаствовать в конкурсе. И надеемся, что телевидение будет и дальше проводить такие конкурсы. Мы будем принимать участие. Ольге Яськовой и малышке Еве спонсор конкурса «Магазин детских игрушек «Бегемотик» присудил первое место. Ольга, поздравляем вас с победой в конкурсе «Мой ребенок самый лучший». И от нашего магазина «Бегемотик» дарим вам мяч-прыгун, чтобы ваша дочь Ева росла здоровой и спортивной девочкой. Спасибо большое. Держи, тебе. В редакцию Уваровского телевидения пришли еще одни конкурсантки. Мама Аня Комченкова и ее 3-летняя дочь Даша в сопровождении крестной мамы девочки, которая помогала писать сочинение. Чтобы ярче выразить в нем свои чувства к ребенку, взрослые вспоминали различные случаи жизни, которые как нельзя лучше подчеркивают индивидуальность главного героя. Однажды был такой случай. Я стояла у плиты, готовила ужин, а она ко мне и босиком была. Она ко мне подошла, принесла тапки и сказала: «А то заболеешь». Вместе с поздравлениями трем представительницам женского пола был вручен поощрительный приз. Главной же наградой для участников конкурса станет то, что с экранов телевизоров о самом лучшем ребенке узнают многочисленные телезрители телеканала ТНТ «Уварова». Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова, Вадим Полосмин, Михаил Уваров, «Наш город».